Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад СМИ сообщили о трагической новости из Москвы. Пожар произошел в квартире на 5-м этаже 12-этажного жилого дома в столичном районе Нагатинский Затон. Именно так сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. Возгорание произошло по улице Новинки, 21. Цитата. «Пожар был на площади 20 квадратных метров. Ликвидировали мы его очень быстро, но, к сожалению, в горящей квартире погиб один человек». Именно так говорится в сообщении. Уже известно, кто это был. В квартире находился народный артист России, баритон Юрий Григорьев. С 68 по 90 год он был солистом оперной труппы Большого театра, а с 99 по 2000 его художественным руководителем. Цитата. «Замечательный артист и педагог. Многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства. Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного». Именно так говорится в сообщении театра в Телеграме. Многие СМИ пишут, что народный артист скончался в результате отравления угарным газом, а других пострадавших пока что не сообщается. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на слова инсайдеров сообщают, что пожилой актер готовил еду и задремал. В результате чего и произошел пожар. Напомним, Юрий Григорьев родился в 1939-м. После учебы стажировался в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета, а после стал ведущим солистом оперной труппы Большого театра. 1979 года он преподавал в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.